слова огромной благодарности к нашим братьям, брату Косте и его жене Анечке, просто за то, что в прошлый раз они нам привезли два огромных ведра черешни. Понимаете, когда я просто их увидела, у меня просто пропали все слова, я не смогла поблагодарить их. Понимаете, когда я увидела такую огромную любовь, как они любят Господа, и как Господь им даровал такую щедрость ко всем нам, вот, и черешня была необыкновенно вкусная, потому что внутри была не косточка, там была их любовь к нам. Понимаете, поэтому за их огромный труд примите, пожалуйста, нашу огромную благодарность. Спасибо вам большое. Спасибо, да?